В этом видео я покажу слоника. Сразу хочу обмолвиться, что в нашем магазине огромное количество различных статуэток животных, различных животных из различных материалов, различного размера. Поэтому, в принципе, выбор богатый, и вы можете им воспользоваться. Но если вы хотите дома иметь именно слоника, ну и габариты вашего жилья не позволяют иметь большого, допустим, слона какого-то, ну, хотя бы обзаведитесь вот таким. Стоит, наверное, напомнить, что слон в восточном символизме обозначает мудрость, благородство, силу. В общем, те качества, которых, ну, часто не хватает нам, простым смертным людям. Ну и если дома будет находиться вот такой хотя бы маленький слоник, то я думаю, что эти качества в вашей жизни все-таки появятся и будут преобладать. Значит, вот этот слоник сделан из металла. Хочу, чтобы вы посмотрели его поближе. Металл с эмалью, с элементами филиграни, такие вот тонко сплетенные проволочки. Вот такой вот он яркий. Вот. Ну, если вам нужна симметрия, допустим, то в компанию вы можете взять такого же похожего слоника, только другие немножко цвета, ну и в такой же технике сделаны. Вот такие два слоника могут украшать ваше жилище. Спасибо.